С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». 9 марта. Традиционно в этот день отмечается Всемирный день диджея. Очень много интересного сегодня должно происходить в мире музыки. Проходят различного рода аукционы, зачастую на них продают редкие пластинки, вещи всемирно известных звезд и сувениры. Ну а мероприятия сопровождаются шоу, причем световыми и грандиозными салютами и фейерверками. Ну а сами диджеи также отмечают этот праздник на скромных корпоративах или за семейными столами. Поздравьте своего диджея, может быть, он вам заведет какой-нибудь трек. В этот день появились на свет 1454 год Америго Веспуччи, флорентийский мореплаватель, в честь которого, собственно говоря, и названа Америка. Он ходил под португальским и испанским флагами, причем в испанский флот его позвали по личной рекомендации самого Колумба, который предложил его кандидатуру испанскому королю. Америка же получила свое название в его честь, потому что Колумб был уверен, что нашел дорогу в Индию, а Веспуччи догадался, что это совершенно новый континент. 1814 год. Тарас Григорьевич Шевченко, украинский поэт, ставший народным символом Украины, появляется на свет. Художник-демократ, основоположник национального литературного языка, наше все украинского народа. 1890 год. Вячеслав Молотов, он же Скрябин, государственный партийный деятель. В 1939-м заключил с Германией договор о ненападении. Пакт теперь так и называется – Риббентропа-Молотова или Молотова-Риббентропа. При Хрущеве Молотова исключили из партии. Периодически он подавал заявление с просьбой восстановить его, но только добрый Константин Черненко вернул ему партийный билет. 1900 год. Фредерик Жолио-Кюри приходит в этот мир. Физик. Нобелевскую премию он получает в возрасте 35 лет. Любит играть на пианино, рисует пейзажи и читает. Ну а в последние годы жизни посвящал много времени политическим проблемам. Его некоторые афоризмы. Правда путешествует без виз, и чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. 1934 год, день рождения Юрия Гагарина, летчика-космонавта СССР, первого человека, совершившего полет в космическое пространство. В городском ремесленном училище номер 10 города Люберцы он стал круглым отличником и спортсменом. Юра Гагарин учился на формовщика-летейщика, но стал летчиком в 1957 году. 1940 год. Лариса Голубкина приходит в этот мир. Российская актриса. «Гусарская баллада», по ее словам, единственный, самый главный и важный фильм, который дал профессиональную уверенность в своих силах и известность. Не будь у этой картины такого успеха, актерская жизнь Голубкиной сложилась бы иначе. Год 1943, день рождения Роберта Фишера, шахматиста. В 13 лет он стал чемпионом США, в 29 – 11-м чемпионом мира по шахматам. Выйдя победителем в чемпионском матче 1972-го, Бобби уходит из шахмат и пропадает из поля зрения журналистов. Арнелла Мути, неподражаемая Франческо Романо Ровелли, появилась на свет в 1955 году. Итальянская киноактриса, которая стала популярной после съемок с Челентано в фильме «Укрощение строптивого». Ну а теперь события этого дня. 1822 год. Чарльз Грэм из Нью-Йорка получает патент на искусственные зубы. Правда, еще раньше, в колониальный период, испорченные зубы считались корнем всех болезней, и кариес лечили, удаляя зуб и заменяя зубы другими, сделанными из золота, зубов гиппопотама и слоновой кости. Вставные же зубы Грэма были первыми прочными и пригодными для повторного использования зубными протезами, сделанными не из природных материалов, а из пластмассы. 1918 год. Русская столица переносится из Петрограда в Москву. Инициаторы – большевики, которые предлагают в условиях кризиса, разразившегося после Октябрьской революции или переворота, и под угрозой назревающей войны с Германией, разгрузить Петроград, эвакуировав в Москву правительственные учреждения и госчиновников во главе с самим Лениным. 1953 год. Похороны Сталина, сопровождающиеся гибелью многих людей, которые пришли посмотреть на тело почившего вождя.
Сталина хоронят в мавзолее, над главным входом которого помещается новый огромный монолит черного лабрадора со словами «Ленин, Сталин». Впрочем, Ленин, старый лабрадор, все-таки хранят. Позднее тело Сталина будет вынесено из мавзолея, и надпись останется одна – «Ленин». Ну и самое последнее. 9 марта 1959 года первая кукла Барби продается в магазине. Датой рождения считают день ее появления на Нью-Йоркской выставке продажи игрушек. В 92 году у американской девочки было в среднем 7 таких Барби, а у нас один Мишка, но свой, для некоторых на всю жизнь. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».